Вы знаете, друзья, чудес на свете много, исчесть нам их нельзя, ты сколько ни трудись. Но чудо знаю я, оно нам всем знакомо, ведь эта сказка добрая, мы просим, к нам явись. А теперь внимательно слушайте и смотрите, ничего не пропустите. Дорогие ребятишки, девчонки, мальчишки, дорогие родители, театроценители, в этот час покажем сказку для вас про мальчишку озорного, симпатичного такого. В каморке сырой и пустой жил старый шарманчик, совсем уж седой. Шарманчика Карлоса звали, на улице сразу все его узнавали. Тихим вечером однажды Карло куклу вырезал и тихонько напевал. Жил-был человек по имени Карло. Он был беден и одинок, и однажды он сказал себе: «Ну что я живу один? Сделаю-ка я себе из дерева мальчонку, все мне старику веселей». Хорошая полена, из него можно вырезать отличного деревянного парнишку. Глаза, рот, нос. Ой-ой, щекотно! Да и кто? Я Буратино. Хороший парнишка, только нос виноват, укоротился. Перестань баловаться, Буратино, что ты хочешь? Я есть хочу. Ну и сиди спокойно, я сейчас принесу тебе поесть. А я сам поем. Ой-ой-ой! Я здесь, мой мальчик. Я хочу учиться в школе. А я тебе уже, я азбуку купил. Ой, по подарок, а где же твоя кумка? Я ее продал, чтобы ты смог учиться. А пока я выросла, выучусь, я хочу тебе миллион таких кумков. Уважаемые зрители, дети и их родители, торопитесь, торопитесь, где хотите, там садитесь. У кого билетов нет, покупайте за конфету. Только у нас здесь и сейчас Арлекино, Артемон, Мальвина и Пьеро. А также приглашенные артисты Кот Базилио и Лиса Алиса. Как же хочется в театр. Скажите, пожалуйста, сколько стоит один билет? 4 соли, деревянный человечек. А может быть, у меня азбуку с чудесными картинками. С картинками? Ну давай. Тогда дайте мне билет в первом ряду. Вот билетом проходите, занимайте первый ряд. Начинаем представление, чтобы порадовать ребят. Целых 5 золотых.
тебя всего-то 5 золотых, а может быть гораздо больше. Как это? А вот так. Если хочешь, мы тебе расскажем. Как? Надо лунной ночью пойти на поле чудес. Сегодня как раз лунная ночь. Пойти на поле чудес страны дураков. Зарыть там свои деньги, сказать волшебные слова «фрекс, фэкс, фэкс», и на утро вынести дерево, на котором монет, видимо-невидимо. Ладно, где эта ваша страна дураков? Надо пойти прямо, потом тебя тут направят, и ты увидишь поле чудес страны дураков. Но не забудь дождаться ночи, чтобы зарыть там свои монеты. Ну ладно, только вы не подглядывайте. Шутишь? Мы идем совсем в другую сторону. Пойдем по близко. Отдай мои деньги. Вот, Базилио, давай поделим по-честному. Давай. Это мне, это тебе, это мне, это тебе, а это снова мне. Ты меня обманула. Как? Давай заново. Не ешьте.
Я узнал, что черепаха дала золотой ключик этому деревянному мальчишке Буратино. А зачем он тебе? Он открывает железную дверь за нарисованным очагом каморки Папы Карла. Я думаю, что там находятся сокровища. Боже, везет этому Буратино. Мало того, что мы его в реку бросили, так он еще и не утонул, так еще и получил ключ, за который прячутся. Ключ от двери, который прячется в сокровище. Ну как, вы можете поймать Буратино? А я вас за это щедро награжу. А щедро это как? Я дам вам целых 3 золотых. Кот Базилио хочет, чтобы вы за 3 золотых сразились с папой Карлом. Ну ладно, 4 золотых. Кот Базилио, он хочет нас обмануть. Он сам при живости всех владельцев кукольных театров. Ну ладно, пусть будет 5 золотых. Пойдем, Кот Базилио, поможем нашему бедному. Буратино, отдай ключ. Не отдам, он мой. Отдай. Я дам. Отдай. Я дам. Отдай. Я дам. Папа Карло, иди сюда. Я здесь, мой мальчик. Что это у тебя за ключ? Этот золотой ключик мне подарил черепаха. Спортива. Так это, наверное, ключ от железной двери за нарисованным очагом. Еще мой дедушка рассказывал, что эту дверь можно открыть только золотым ключом. Давай попробуем открыть эту дверь. Ну все, бежим скорее, а то опоздаем. Стойте. Да что случилось-то? У меня борода приклеилась. Ну так отрежь ее. Ну какой же это аромат баромат без бороды? Ну тогда оставайся здесь. Бежим. Стойте. Ну ладно, режьте. Друзья, идите сюда! Привет.